Нет, вот он. Я знаю. Какая-то причина. Ее нельзя уже нигде. Утро Максим собирается с Мариной. Вот это сумки можно показать. Теперь ты, Володя, на кухне. О! Теперь я закупил, да. Как вы будете зашить-то? Сестра хотела спросить там насчет этих грибов, Надежда Васильевна, что с ними? Я не знаю, я не варила же вчера. А, не варили? Нет, она косатичку не поставила, так она будет. Не заходи, Сергей. А что тебе сказать? Максим, что у тебя еще там сумки? Что? Какие? Вот эти сумки забирать? Да, вот эти. Володь, грузите те. Да. Сейчас, вот сейчас, тут подожди, печенье. Подожди, поосторожнее с этой сумкой. Сейчас вот я тут печенье. Ага, вот Виталий пришел тоже сейчас помочь. Что? А я заключенка. Осторожно с этой сумкой, тут печенье. Нам вот у вас тяжелый. Тяжелый? Сергей, ты покажи, как машина грузит. А еще рано. Пока ее прогревают, ну, тяжелючие. Брат Николай за рулем. Еще сумка. Понесу, тут тяжелое. Вот это очень тяжелое. Очень. И с этим можно сказать, осторожней всего, тут ваше печенье. Чтобы не садились на него. Угу. Учи, что списал, учи наизусть, хорошо? Угу. И каждый день по одному стиху учи, и будешь умница. Тебе Господь даст мудрости. Скажи, хочу быть как Соломон. Ну, хохотун. Хохочет там, где не надо хохотать. Да, она куда это? Может, с собой? Да, это с собой. Она, видишь, специальную на сумку поставила. Это диск самое ценное. Все остальное потеряли, ладно, все равно. Сумочка, давай сумочку, немножко. Вот эта сумка, да, проверь, что это. Диск. Проверила. Телефон. Белый. Время ровно 6 часов. Ну,
Белый, пойдешь? Забыл дать сюрприз. Серёж, ты с нами едешь, да? Да. Ну все, давай, с Богом. Садись, Бога. Марина. Так, побыстрее, торопитесь, время, время. Опоздаете. Не надо ничего. Ну что тут силка нету, завёрка. Застегни куртку, застегни. Все с Богом. Давайте с Богом. Ничего не забыли? Нет, все хорошо. Все взяли? Если даже забыли, ничего страшного, приедем еще раз. Нельзя, Ваш. Ты на тебе через кино нельзя. Господи. Нет, я говорю, приедем на следующие года. Что ты? Не обязательно сейчас возвращаться. Уже остаются все-таки. Я могу вам документы взять. Будешь скучать, Максим? Максим. Скучать будешь? Холодильники. Будешь или нет? Потеряю. А, после зарядки, да? Будешь. Ну все, с Богом. С Богом.